тест паяльника и вот этой вот лампы. Ой, вот этого вот флюса. Вот пауэрбанк. Будем пытаться паять проводок. Для начала. Не туда. Самый дешманский из Ашана кабелек. Так. Нагрев пошел. Чудо. Вязкая, немного тянется. Сюда чуть-чуть, сюда чуть-чуть. Ну и, собственно говоря, 212. Температура. Немного усилен. Ничего так. Нормальный флюс. Прогреть такую площадку, конечно, нужно. Так, на 270 справилась. Здесь хорошенечко прогреваем и на 290 полет нормальный. Запах химозный, конечно, какой-то, но не сильный. В общем, как-то так. Вот это вот можно рекомендовать. Стоит 800 рублей за 100 грамм. Нормальный флюсик.